камеры, Господи, помилуй. Вышифай это грешил, Господи, прости меня грехи. Отче всех на тебя, Господи, уповай, ты дальше ничего благоверения, ты знаешь, что ты щедрую руку твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Бога твоего. А вы смотрели фильм? Да, Господи, расскажи, как было, выйдите. Какие были замечания? В целом замечаний нет. Были такие еще доклады, что я замечания делал, они успокаивались. Окей, ребята, приятно слышать. Это, две серии посмотрели, был перерыв, в туалет, вышли, зашли, и все хорошо было. Так, там 4 серии. Кто этот фильм до конца видел? Снайпер, белорусский фильм. Это очень переживательно. Дальше будет такое. Вынила, расскажи, о чем дальше будет? Я только не помню. Не помнишь, что ли? Мы с папой смотрели. О чем разговаривать-то? Выскочил, не знаю, двойка. Дальше вы на каком месте закончили? Мы просмотрели, закончили третью серию, еще одна осталась. Так, а чем заканчивается? Заканчивается тем, что обнаружили фашистов в этом замке. Но еще там еще пока никакой-то нету. Нет, была беда уже, НКВДшный майор или кто он там, или подполковник, решил взять нахрапом, завез полсотни солдат, их положили, да. Ужас такой, смотреть невозможно. Конец войны, представьте, война уже окончена, и сколько трупов. А этот сразу подсчитал, сколько? 5 выстрелов на 2 минуты, да. Это их не меньше, как 6 человек, говорит, здесь. Нахрапом ничего не делают. Это НКВДшник СМЕРШ. СМЕРШ шпионом была. Самая страшная организация. Подряд расстреливали все. Переживательно. Ну а мы, у нас было занятие. Хорошо прошло занятие. Сейчас у нас перекачка идет. Мы отправим его во вторник, наверное, отправляем. За неделю у нас набралось 41 гигабайт. Это много? Много. 114 файлов. Видите, как у нас все интересно. Там пошли почти, сняли ситуацию. У меня уже притягивается. Хорошо. Смотрите, это отношение, природа, воздух такой, отношение. Это никогда не повторится. Потом мы еще успеем изменить. Чего же не нравится? Это мы сегодня... Так, здесь у нас кабинетная. Вот-вот, как это пойти? Мы будем ходить все. Как? А еще молочное тоже дождется, молочное будет, тут вообще у нас туда. Сливки, молоко, творог, сами стряпай будете творожные пирожки. Пальчики только облизывать будет. Оставляй. Мы ее примем, она хорошая девочка, нам понравилась. Нет, сейчас я ее не оставлю. А что? Там ни одежды, ничего нет. Это все? И одежды, у них платочек есть, церковь она, одежды есть, найдем. Просим. Ну как, примем? Да! Полинария. Она захотела, дети ее приняли. У меня 2 куртки, я могу ей одну дать. У меня шинель есть, могу шинель дать. А сапоги? Я с ней могу дать. У меня вот эти сапоги есть, могу отдать ей. А с места не двинет туда. Вот так. То есть у тебя все будет. И главное, тут сестреночки твои. Они уже все знают. Ну нормально, все. Оставляй, брат. Другой возможности может не быть. Мы не знаем, долго ли продлится это время. Это знаешь как? У нас уехали вот сейчас на Марина, а такой Чеди. Вася на маму приезжает. И у нее там родственники свои. Они приезжали в лагерь. Уехали в Грецию. Говорят, что, говорит, осталось в памяти, это только детский лагерь. А все остальное. Ну, городская жизнь какая? Ничего не понятно. Она не деревенская, мы на свежем воздухе обедаем, видим, как листья колышутся, это все положительно на здоровье. Ходим босиком, сегодня просто некогда было. Значит, подошва, мы активно сообщаемся в природе. Что опять? А можно мы будем обедать на горе? Поближе, подойди. А можно мы будем обедать на горе? Нет! Нет! Сама потащишь тарелки. Там комаров много. Что означает? Что ты не дисциплинированный.
просим дежурных. В самом деле здесь мошкара, а там отдувается. Может сделать туда? Нет, там не отдувается. А? Там не отдувается. Мы с Володей вот ходили, клеенку придували. Здесь ветерок больше отдувается, чем там. Сделаем туда? Нет, здесь. Здесь. Я не могу против, потому что не я накрываю стенки. Я за то, чтобы перейти туда. Но давайте проголосуем. Кто за то, не кричать только. За то, чтобы на второй столовой там на навозной куче обедать. Ну-ка, поднимите руку. Так, как посчитать? Посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Раз, два, три, четыре. Кто за то, чтобы здесь на месте обедать? Оля, у тебя глаз это попало? Глаз попал? Нет? А где-то трёх глаза. А где Виктор Николаевич? Иван. Так, быстро, девочки. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Садитесь. Молча ждите, когда подадут дежурные, раскладывают и стоят. До того, что спать отходит. Thank you.